Ребята, всем привет, с вами Александр, вы на канале Минера, и вот такая вот картиночка приветствует всех желающих узнать, сколько же осталось у них денежек на балансе на пуле NiceHash, сколько же осталось дней до следующей выплаты. Короче, фигушки, пишется, что у нас идет работы на сайте. Ну и, в общем-то, все уже, наверное, знают, а кто не знает, удивлюсь. Ну, например, вот на сайте tobitcoins.ru есть такая вот статья, незамысловатая: «Биткоин кинул всех». В общем-то, с учем, еще где-то в районе обеда, может даже раньше, даже или с утра, где-то ближе к утру, NiceHash перестал работать. Я просто точно данных не знаю, потому что я на нем не майню. То есть я это заметил уже в обед, когда мне сказали мои друзья, что там NiceHash не работает. В общем-то, это один из самых популярных майнеров, да, который имеет интерфейс под винду. В общем-то, включил и забыл майнить все и вся. Но сейчас не об этом. Перестал работать, и разработчики там сообщили, что у нас сейчас идут дела. Вот наш сервис в данный момент находится на обслуживании, мы приносим извинения, тролливали, еще раз извиняемся, усиленно работаем, тролливали, тили-тили. Но суть оказалась-то не в этом. В ходе расследования в интернете было установлено, что 4700 биткоин, это примерно 60 миллионов долларов, было выведено со счетов NiceHash на один единственный вот этот вот долбанный кошелек, ребята. Вот такая вот хрень произошла. Вот если перейти по ссылочке на bitinfocharts.com, и мы можем увидеть, что вот когда 6 числа в 7:17 утра, фиг его знает по какому времени, на кошельке было 0 и стало резко 57, в общем-то, миллионов 57 и 7 миллионов долларов. И, в общем-то, еще кошелечек все пополнялся и пополнялся. То есть выводы отошли. Вот смотрите, ну, здесь какая у нас точка? 59. Ну вот, смотрите, да, даже вот вечером, когда последняя точка, ну как минимум это было, ну, этот весь процесс наполнения кошелечка, 4736 биткоинов. О, с момента написания статьи еще у кого-то 36 биткоинов спиздили, будем говорить прямо. В общем-то, вот такая вот канитель. Все вы можете, ребятки, сами пройти. Ссылочки я на эти статьи оставлю. Пишем в комментариях, кто сколько потерял, кто с какой суммой попрощался, сколько было у вас на пуле, ребятки. В общем-то, в ответочку вот скажу, смотрите, видите вот дату вот внизу, вот здесь вот датка у нас есть, вот. У меня висела страница в кэше, вот в 19:30 я записываю это видео практически, страница висела в кэше, и до того, как я ее не обновил, у меня там было буквально, не знаю, какой-то совсем чуть-чуть намайнил, 23.96, оно там у меня висело уже месяц, я все думал, как-то его переключить мощности, подмайнить это все дело. Ну, наверное, слава богу, что не подмайнил, хотя, с другой стороны, уже, может, и выплата пришла. Видите, у меня она не обновлялась давно, тогда курс битка еще вот какой-то 9800 был. То есть очень несколько недель висела страница без обновления. Ну и все, довиселось. Сочувствую всем, кто потерял много. Ставьте пальчик вверх, если вы узнали об этом с моего видео. С вами был Александр. Не печальтесь.